Обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и предварительные итоги работы промышленности и сельского хозяйства в прошлом году. По предварительным оценкам, индекс промышленного производства ожидается на уровне 96-97%. По словам министра экономического развития Владимира Аврелькина, имеющийся сегодня потенциал значительно выше, чем показываемые результаты. По данным Министерства экономического развития, традиционно хорошо работали в 2015 году предприятия электротехнического кластера, химической, пищевой и перерабатывающей отраслей. Наращивали темпы производства завод имени Чапаева, Канашский завод автофургонов, Шумерлинский завод спецавтомобилей и другие. В то же время есть предприятия, которые допустили снижение производства. В сложившихся условиях может заработать стратегия действий. Выигрышной стратегией сегодня является это безусловное, и предприятия сегодня приступили к оптимизации расходов, повышение производительности труда, выстраивание долгосрочных отношений, самое главное, с партнерами, которые сегодня уже существуют. И наша задача стоит это в адресной работе там, как с нашими промышленными предприятиями, так и с их контрагентами. Что касается роста производства в наступившем году, то здесь республика рассчитывает на новые инвестиции в развитие производства глифосата, клинкерной плитки и композитных материалов. Другой адрес – город Канаш. Здесь, ориентируясь на программу импортозамещения, автоагрегантный завод начал производство запчастей, которые раньше поступали из Турции. Неплохо завершили 2015 год и сельские товаропроизводители. По предварительной оценке объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году в действующих ценах составит 43,7 миллиардов рублей. Индекс производства сельхозпродукции 106% к прошлому году. Для сравнения, по России прогнозируется 103%, в Приволжском федеральном округе 102%. Увеличено производство всех основных видов продукции сельского хозяйства, за исключением яиц. По производству мяса, молока и овощей республика в числе ведущих в Приволжском федеральном округе. Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил более 700 тысяч тонн или на 20,6% выше предыдущего года. В том числе в сельхозорганизации КФХ, на долю которых приходится почти 30%, рост производства составил 35,7%, в хозяйствах населения на 15,3%. Производство овощей в прошлом году увеличено на 4,7% и собрано 150,2 тысячи тонн. В 2016 году инвестиции с федерального бюджета ожидается миллиард с небольшим. Сергей Артамонов отметил, что в минувшем году заработная плата сельчан выросла на 13%. Сейчас она составляет 14,5 тысяч рублей. Рост выше, чем в среднем по промышленности, почти в два раза. Но все же, подчеркнул глава Чувашии, это невысокая цифра, и зарплату работникам сельского хозяйства необходимо повышать до среднереспубликанского уровня. В 2016 году будет продолжено развитие сельской инфраструктуры, строительство ФАПов, сельских школ и домов. Затронули на еженедельном совещании и тему работы в Чувашии системы высокоточного позиционирования на основе референсных станций. Она функционирует в республике с ноября 2014 года. 7 аппаратно-программных комплексов уже установлены в Чебоксарах, Козловке, Шумерле, Канаше, Алатыре, Батырево и Ядрине. Практически все направления, которые сегодня имеют место быть, это геодезические, геологические съемки, кадастровые работы, строительство, коммунальные хозяйства, слежение за деформациями, это лесное хозяйство. Система высокоточного позиционирования позволит достичь экономии во многих сферах. Например, при строительстве и эксплуатации ВСМ на территории Чувашии. Сейчас перед правительством республики стоит задача передать управление коммерческой структуре, которая будет обеспечивать бесперебойное функционирование информационных систем. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.